Всем привет! С вами Мелисса, креативная Ставрополь и мой Битфуд. Всем-всем-всем огромный привет! Огромный привет всем моим подписчикам! Всех-всех-всех вас сильно-сильно люблю и целую! Вот... Кто меня смотрит первый раз, я работаю младшей медсестрой, но канал не о медицине. Я рассказываю, показываю свою жизнь, веду влог, ну и делюсь своими советами, опытом, секретами, всем. Так, сегодня у нас, я, в принципе, уже завтракала, это я прибежала домой, как бы на перекур. А, кстати... Кто меня первый раз видит, это я лечу свои зубки, так что не эстетично, как бы не обращайте внимания. Заранее прошу прощения. Вот, я сделала себе чаек. Ну и вчера приготовила, сейчас покажу рулеты. Один сразу улетел. Вот, а два осталось. Один со сгущенкой, а один с этим. Яблочный джем. Я много позакрутила. Яблочного варенья еще не год назад, грубо. Не этим, не то, что лето было, а два года назад. Ну, сейчас покажу, что получилось. В конце поставлю вам рецепт. Он проверенный, то есть у меня формочки нет, я ставлю там, ну, главное, что подходило для духовки. И обязательно смазывайте, то есть нигде в интернете я не видела. Я обязательно вот такую пергаментную бумагу обязательно смазываю. Потому что, когда вы будете перекладывать корж, а вы держите, то есть вы стелите вот такую бумагу, потом вот этот корж достаете с духовки, переворачиваете на такую же бумагу, аккуратно ее снимаете, и потом быстро начиняете и быстро-быстро заворачиваете в рулет. Он у меня, конечно, почти как деревенский, такой мощный. Вот, но сейчас покажу. Это с джемом. Две пирожки делаю, самые безумно вкусные, все от них с ума сходят, но вид, как бы, короче, они мне не очень красивые, но очень вкусные. Так же и с рулетами. Вот, видите? Какой у меня нож! И покажу второй. И со вторым с вами позавтракаю по-быстрому. Точнее, завтракала, я прибежала по-быстрому домой. Но там слишком много я джема положила, поэтому он такой. Ну, они у меня плотноватые, но во рту тают. Ну, просто булочки и все остальное сейчас дорого. Булочка Маковка моя любимая была 35, вчера уже 38 чем-то, 39 рублей. Ну, куда это? Ну, да, сгущенки у меня тоже здесь, как и джема от души. Приступим. Все ручки сполосну. Сегодня я чай пила с корицей с утра. Я люблю либо с имбирем, либо с корицей, либо куркума. Ну, я уже это пила, как бы. Я вот чисто из-за вас, и, кстати, хочется чайка, потому что времени как бы в обрез, но часик у меня с чем-то, час 20 у меня есть.
и побегу дальше. Я вам покажу свои горшки. То есть я сейчас доставать буду обычные цветочные горшки, но я отделывала их полностью, ручная работа. Выставляла я на Авито, у меня там несколько объявлений. Вот, ну уже они все, то есть не внизу, а сняли у меня их. Но вот одно, оно автоматически повысилось, опубликовалось. И самое объявление опубликовалось, которое у меня не идет. То есть у меня были цветы и рассада, и денежные деревья. Вот, но я их рекламировала в цветочных горшках. И еще у меня было объявление подарки ручной работы. Вот как было 4 месяца, 26, по-моему, 28 сейчас просмотров. Все, ни одного просмотра, никто, никого это не интересует. То ли у людей денег нет, то ли этих рукодельниц очень много. Ну, в принципе, это же каждый может сделать, правильно? Просто была одна такая блогерша, и она всех, можно сказать, как агитировала, что на хендмей можно миллионы заработать. Ну, это, конечно, не так, но почему бы свое хобби не превратить в заработок, правильно? Ну, и все понеслись, и все, кто для души занимался, все стали это делать для продажи. Естественно, цены на все выросли, это ужасно невыгодно. И никто их никогда ни у кого не покупает. Я не знаю, может и есть, но это очень редкие заказы. Вот. Вот, например, кукла ручной работы. Тоже же у нее не каждый день. И она их делает не один день. Они делаются 3 месяца, полгода, а то и год. Вот, так что, ну я попробую. А мне на зубы надо еще 100 тысяч. 100 я уже внесла. 70 у меня было отложено на операцию, ну, будем молить Бога, что обойдется. И 30 мне мои подопечные, вот, помогли. Вот. Ну, а еще надо 100. Ну, вот, работа, но там, конечно, за месяц никогда 100 тысяч не заработаешь. Хотя у меня были такие предложения, но это отдельный ролик, и... Были такие не раз предложения, но и не с тех людей, кто рискует, как бы. Но это отдельный ролик. Вот. Так что, я сейчас с вами быстро перекушу. И покажу вам горшки. Я их буду доставать, ну, а потом понесу в комнату. Короче, чтобы я свои горшки вот объясню так, чтобы было понятно. Я свои горшки... Поставила, ну, высчитала, сколько я затратила, сколько это. Бомбические рулеты. Я поставила чуть-чуть больше, чем я затратила. То есть я цену не завышала. И просмотров толком нет. А где с цветами, как бы... Они хотят и цветочки, но и горшки как бы дороговато. Под Новый год я поставила вообще чуть не ниже себестоимости то, что я потратила, не считая своих трудов. Мне просто интересно было. Тоже ноль. Сейчас я выставлю, цена такая, какая должна быть. Хотя это будет не совсем настоящая цена. Цена, конечно, намного дороже. Вот смотрите, у меня есть предложение... Чтобы выставить мои работы, предложили мне несколько человек, и выгодно, то есть на Озон, на Вельберис, то есть их выставить все. Но мне для этого нужна предметная съемка тоже. Предметная съемка. Один предмет, точнее, да, 3 предмета выходит 5000. Ну, можно за 4500. Тот, кто предлагает отдельно один предмет 450 рублей, ну, как-то, это, знаете, и под подозрением. И... Короче, 5000 3 предмета. Конечно, и у горшков будет цена, извините меня, там,
не по 1,5-2 тысячи, не по 1000, а не меньше 15 будет, как минимум. Вот. Ну, можно, конечно, ну, сейчас не тот момент. Поэтому я обойдусь Авито. И сейчас я докушаю и покажу вам свои кошечки. Предметную съемку. Я тоже поглядела везде в интернете. Я попробую сделать сама. Да, у меня нету профессиональной камеры, хотя у меня их когда-то, когда было все, было две. Не камеры, а фотоаппараты Samsung. Но там действительно фото, ну там не передать. Вот. Ну, сейчас у меня обычный Xiaomi, я его называю Hennessy. Сразу как Hennessy назвала, так и понеслось. У меня обычный Xiaomi. И, то есть, вся наша связь с вами происходит через этот телефон. Телефон хороший, но для предметной съемки, но там еще нужен фон. Я насмотрелась, как в интернете, думаю, приблизительно. Ну, приблизительно пойду химичить. Как бы сделать фон, заново все сфотографировать. Ну, я буду с цветами, то есть то, что они выставили подарки, которые 4 месяца, 26-28 просмотров, это за все это время, мне, конечно, не нужно. И чтобы не терять это объявление, оно бесплатное, я его буду полностью переделывать в цветочные горшки. Ой, уже в готовых цветочных горшках. Ну, конечно, можно и в простом горшке. У меня есть, я пересажу без проблем. Ну, я думаю, многим будет удобно и выгодно купить цветочек, который уже не пересаженный, полностью прижившийся. Вот, то есть все готово, и горшок, и все. Так у меня еще не просто горшки. Сейчас я вам все покажу быстро. Допью чаек и буду показывать. Если у вас есть формочка специальная для рулеток, можно противень. У меня нет противня. А вот на противень все это расстелить и размазать сантиметров, где-то сантиметр, потому что оно потом поднимается. У меня небольшая круглая железная. Я также бумагой. И обязательно смазывайте бумагой. Ну, кто захочет себе такой же. То есть делается это вот так. Например, кто-то захотел, вот, например, мой цветочек, да? Это денежное дерево. Но он не хочет никакой там мой эксклюзивный горшок. Я просто его беру вот так вот в обычный горшок. Вот этот горшочек стоил 120, сейчас он стоит 200 рублей. Можно и так. Но кто захотел с моим горшочком, вот, например, у меня вот такой. Здесь к нему идут яблочки. То есть в него горшки, то есть можно разные менять. У меня их много. И также много отросточков. Без проблем, так же, как и этот пустой другой горшочек, это ставится и вынимается легко. Ставится в какую-то чашу, вот так я наливаю водички, он настоится, я его вытаскиваю, он стекает, и все. И потом, когда он уже стек, ну, естественно, если надо, опрыскала, и ставлю назад горшочек. У кого там кто-то времени нет, можно и так. Это денежное дерево, толстянка, она неприхотливая.
То есть можно и просто ее полить, но со временем надо будет и тогда горшочек споласкивать. Вот, я показывала, у меня есть видео, стираются они легко, ничего нигде не отлетает. Все как бы очень надежно и прочно. Сейчас я вам вблизи покажу. К нему также идет дополнение, вот такие яблочки. Но у меня в конце покажу, есть и золотые горшки, и золотые яблочки. Здесь очень много мелких сердечек. Там у меня вот записано где-то больше 40 штук. Они вот когда при свете, они все переливаются. Вот это тоже полностью все ручная работа. То есть, да, красиво. Но торгашка из меня никакая. Так, ну я буду сразу убирать. Мне надо будет рекламу делать все заново. У меня много таких вот денежных деревьев. Спотифилиум еще приходит в себя. Каждый горшочек подписан, расписан, высота и даже вес. Покажу дальше. Показываю дальше. Вот такой цветочный горшочек. Также тоже то же самое все. Вот. Любой отросточек, который понравился. Здесь вот стразы. Ну, вот такие стразы сейчас 150 рублей метр. Ну вот как? А сюда, грубо говоря, оно в принципе так и выходит. То у них линейки неправильные, то еще что-нибудь. И вот такой цветочек я к нему сделала. Дополнение тоже можно будет вот так вставлять. Но этот, конечно, мое объявление не пойдет, потому что он шел к подаркам и дальше пойдет. Это я просто взяла обычный горшок, покрасила его, раскрасила золотой краской, покрыла лаком. И вовнутрь это называется кашпо. Я много-много сделала розочек из атласных лент. Это просто кашпо. Естественно, на объявление не пойдет, потому что у меня объявление будет цветы. Не, ну можно и искусственное, ну не знаю, у меня достаточно, чтобы и с живыми прорекламировать, как бы. Поехали дальше. Вот такой у меня есть. Но он больше как свадебный, вот видите, мой лейбл. Это номер горшка, его можно... Потом просто убрать на клейкой основе. Вот такой, смотрите, горшочек. Но это, конечно, все расправится. Это органза. Вот так вот. Сюда идут у меня три грибочка. Ну, например, вот это деревце. Оно также все легко входит и выходит. То есть вот здесь поправим. То, что, чтобы у нас... И вот такие грибочечки. Ну как? Я думаю, красиво. Но в моих объявлениях это людям не нравится. Тоже все блестит и сияет. Грибочки тоже не портятся. Главное вот здесь чуть-чуть их до земли не вталкивать. Потому что у меня в одном было, и вот здесь чуть-чуть как бы у одного грибочка подгнило. Поэтому нет, вот так вот где-то до земли должно не доставать.
Также аккуратно все вытаскивается. Здесь тоже все в сердечках. Очень оригинально смотрится и необычно. Есть у меня еще вот такой креативный горшок. Это я называю, если вдруг кто-то живет на первом этаже или в частном доме, и там постоянно какие-то бабушки под окнами. Очень оригинально поставить цветочек, который боится яркого света, ну, который нельзя на яркий свет. Он будет к вам сюда, будет закрывать от яркого света, а для бабушек вот тут такие же глазища. Еще надо сделать горшок с ушами. Я от него балдею. Но я живу очень высоко. И у меня бабушек под окнами нет. Слава Богу. Есть такие сплетники. Ой. И вот такая дюймовочка тоже я сама сделала. Дюймовочка тоже ставится к растению. Тоже выглядит очень оригинально. Для детишек хорошо, чтобы они поливали. Узнавали, как учились обращаться с горшком, учили какое-то растение, за которым ухаживают, как за ним ухаживать, когда поливать, когда пересаживать. То есть это очень хорошо для детей. То есть они будут уже научиться о ком-то заботиться, понимаете? Ну вот у меня еще... такой вот. Ну, конечно, с цветочком он намного красивее смотрится. В каждой розочке тоже из атласных лент, полностью ручная работа. Стразик, имитация Сваровски. Вот к этому горшочку у меня вот такие идут яблочки. Тоже вставляются вот так вот. Ну, такой получается декор интерьера. Не знаю, как вы, но я считаю, что это красиво. Может быть, просто я не умею продавать или не умею рекламировать, но как-то так. Так, сейчас я это унесу, еще другие принесу. Пока я ходила за горшками, там у меня в горшках еще вот покажу. Такой у меня есть кошелечек. Полностью я его делала из бисера. Вот здесь есть отделение. И здесь. Я экспериментировала, и телефон помещается. Сюда денежку, сюда визитки и ключи помещаются. Очень много в него помещается. Он у меня в горшочках лежит, вот так на ручку одевается. Здесь вот все полностью в бисере. То есть вот так вот. Да, была бы молодая и те годы, и если бы я вот этим всем занималась, я раньше отделывала платья, но я отделывала их. Ух! И даже было сваровскими стразами. Вот так в ресторан бы пришла бы, раз бы на уголочек, чтобы вот так эти висюльки. Все бы загляделись, все. Красотища. Вот. Перейдем к нашим горшочкам. Вот такой у меня есть.
кстати, я вам не показала. У меня каждому изделию идет паспорт ручной работы. Но поскольку у меня был канал только рукоделия, сейчас это влог, мукбанг, то есть все мои, вся моя жизнь показываю. Вот, вот здесь вот я сделаю наклеечку, как бы здесь я немножко переделаю. То есть, а так вот каждому идет изделию паспорт. Здесь вот инструкция, как пользоваться. То есть, что можно, что нельзя. Вот, паспорт ручной работы. Вот такой у меня горшочек. Ну, для меня он более простенький. К нему идет целых 5 грибочков. Дальше у меня идет вот такой, но он очень яркий, можно сказать, даже в турецком стиле, посмотрите. Здесь тоже все в стразах. Все это на солнышке, если на окне, ох, суперски смотрится. К нему я сделала очень много сердечек. Вот таких. Они тоже все переливаются, сверкают. Вот. Их также ставит в землю. И то есть получается. Ну, если будет интересно, к видео сделаю ссылку на Авито. Сегодня я Авито обязательно переделаю и перефотографирую. И запущу, может, к 8 марта чё и продам. Это будет мне подарок. Вот такой горшочек. Он скромненький. Плела косу. Тоже ленты. И вот тоже стразики. Такой скромненький. И к скромненькому идет зайка, кролик. Это символ этого года. Тоже в землю. То, что большой, если кто постоянно смотрит мои ролики, у меня есть большой спатифилиум и большой горшок на 5 литров. Он, я его деньгами отделала. Искусственными. Вот. Но я его на продажу выставлять не буду. Вот здесь вот, когда я делала объявление подарки, здесь можно... То есть я могу сделать любую фотографию на горшке. Ну, здесь я сделала символ года кролик. Вот, а так можно любую фотографию. Есть люди, то есть заказывают, чтобы один горшок побольше папа, другой горшок поменьше мама, а маленький горшок там сынок или дочечка. Есть такое. Вот у меня, я его называю хамелеон. Такой горшочек. Хотите желтым цветом, хотите вот таким. Так, у меня отлетело этот номер этого горшочка. Хотите черный? Хотите желтый? Хотите желто-черный? Тоже здесь все в стразиках. Вот. Это у меня Фомиран, Фомарин. Одна подписчица говорит, когда вы научитесь правильно. Ну, я как привыкла изначально Фомиран, так я его и буду всю жизнь называть. Я его покрыла полностью лаком потом, чтобы на ручках ничего не оставалось, чтобы не блестело. Но вы же не будете постоянно с ним по 10 раз в день куда-нибудь ходить, правильно? Но все равно на всякий случай, чтобы было все безопасно и четко. И
Вот такой у меня. Ну, здесь без таких страз, которые имитация Сваровски блистают. Тоже скромненький, но не совсем. Он более детский. Здесь есть сердечки, которые тоже я специально сделала. То есть они нет, как сверкнут, как сверкнут. Это большой горшок. Ну что, покажу вам своих два золотых. Вот, смотрите, есть такой у меня. Я купила специальную ткань. Низ я тоже всегда полностью заделываю. А вверх стразы у меня идут. Здесь я все полностью в каждой промазывала ПВА клеем, наносила блески. Это, конечно, мощный горшочек. И второй мой золотой. Уж это супер, это натуральный золотой, можно сказать. Потому что вот эта ткань я покупала в специальном магазине. Как бы мне недорого вышло, это резко ткань исчезла, потому что им невыгодно, очень дорогая, и практически ее никто не берет. Вот. Здесь вот так вот. А в других магазинах я нигде не нашла, только в одном. 1 метр 450 рублей. На Вельберис смотрела 5 сантиметров. Только надо уточнить, я точно не понимаю, 5 миллиметров или 5 сантиметров, по-моему, 5 сантиметров, было 750 рублей, 1 метр. Но ты же, когда ее клеишь, ты же еще... Ну, это целая система, я сейчас так сразу не объясню. То есть ты же это все фиксируешь, ну, тут не 1, и не 2, и не 3 метра обойдется, если полностью делать. То есть, если все это посчитать... Ну, 2,5, 2,400 только на сам горшок. Вот. К нему, как я и говорила, покажу золотые яблочки. Ну вот, давайте проэкспериментируем. Сама это и дело, аж дух замирает. Мне очень нравится. Вот такие у меня горшочки. Ну что, потом покажу, как я фон делаю. Не знаю, покажу, не покажу, успею, не успею это все снять. Но сделаю ссылку на Авито. Заходите, посмотрите, как это было. А вы не увидите, как было раньше, я это снята. Вот, и сегодня я все переделаю. У меня белая калька, как бы пергаментная бумага. И буду пытаться ею сделать белый фон. Там надо еще всякие лампы, мощность. Ну, не знаю, у меня сейчас времени в обрез. Сейчас я, наверное, только фон сделаю, а домой прибегу. Тогда уже буду заниматься, а к вечеру обязательно, потому что 8 марта же. А раньше, вот не поверите, ну не было у меня времени. Ну, вот как-то я сфабриковала здесь вот из кальки, ну, пергамента, фон белый. Ну, и как-то на нем буду фотографировать, типа предметная съемка. Кстати, вот эта калька намного дороже, чем желтая. Желтая хоть и пропитанная маслом, но эта калька дорогая. Почти 350 или 360 рублей я отдала. Вот. Ну, она подходит для микроволновой печи. Но вы не поверите, и в духовке я что-то с ней сделала, все равно к ней прилипает, если не смажешь. Так что я для кухни ее... Я беру всегда промазанную маслом. Ну, а это мне для фона надо. Давайте проэкспериментируем, как это будет. Приблизительно хоть. У меня здесь рамка есть.
Ну-ка, вместе с вами посмотрю. Так, а теперь давайте попробуем со светом. Зеркало отсвечивает, точнее, стекло. Ну что, будет похоже на профессиональную? Ну, поинтереснее, чем я всякие фоны придумывала. Правда же?